Доброе утро, друзья! Сегодня 12 декабря, вторник, 2023 год, Норильск. На улице потеплело, до 27, но ветер по ощущениям до минус 39. Вот. Поэтому не знаю, то ли радоваться повышению температуры до 27, то ли огорчаться с того, что ветер еще больше поднялся. Вот. Вчера еще раз выложили с форума фотографии. Было отрадно видеть, что есть фотографии, где я выступал. Задавал вопрос одному из модераторов. Получились профессиональные снимки. Ну и с братом классный снимок получился. Поэтому обязательно сегодня в ролике выложу, чтобы вы тоже посмотрели. Вот. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Вот. Вчера готовил ночью, или сегодня утром проснулся, приготовил ужин себе. Так что добавляем в ролики немножко творчества. Вот. Продолжаем работать, решать поставленные задачи. Всем хорошего дня и побольше улыбок. Работа продолжается, работа кипит. Вот. Здесь на площадке ветра поменьше. Друзья, доброе утро, добрый день. Что-то мне не спится. И я решил для своего вечера приготовить макароны по-флотски. Так что поставил воду греть, фарш. И сейчас начну готовить ингредиенты. Так что разнообразим наши ролики. Покажу свое жилище. Это вот стол, мультиварка, компот. И это вот I'm gonna go get some.